Возможно, человеку, непосвященному, задание заполнить пространство мячиками или бабочками покажется странным, но только не участникам мастер-класса по актерскому мастерству. Здесь Пермяков знакомит с азами творческого жанра. Двухчасовое занятие ведет его руководитель творческой группы Дмитрий Такташкин. Мы встречаемся и делаем следующее, мы называем его имя. И говорим: «Оля, я туда вот». Практически все участники открытого занятия – непрофессиональные актеры. Тем полезнее для них этот мастер-класс, считают организаторы. Поскольку это в творческом сезоне непосредственно первый мастер-класс, сейчас они, скажем, знакомятся, раскрепощаются. То есть это некие упражнения, чтобы человек почувствовал себя спокойнее, свободнее и вот уже в дальнейшем, может быть, не то, что не боялся сцены, но не боялся показать себя. Их учат следить за пространством вокруг, их учат соблюдать зрительный контакт, что очень важно в актерской игре. Их учат чувствовать друг друга, что тоже, опять же, очень важно на сцене. И осваивать пространство. Вот последнее упражнение, которое мы наблюдали, Дмитрий Анатольевич учил их соблюдать пространство на сцене, это тоже очень важно. Когда именно, я считаю, идет в постановке спектакль какой-то, очень важно видеть, кто вокруг тебя, и чувствовать вокруг тебя кто. Ольга уже играет в театре, но такие занятия считают полезными и для продвинутых актеров, и для новичков, и для тех, кто в театре чаще всего зритель. Изначально я не понимала, что значит заполнить зал вот тем же самым огнем. То есть для меня это было как-то нереально, а потом я как-то, привыкла уже своевременно, и для меня это обыденно уже. Подобные встречи в Доме народного творчества «Губерния» будут проходить на протяжении всего творческого сезона. 11 сентября в 16:00 «Губерния» приглашает Пермяков на День открытых дверей. Познакомиться с коллективами Дома творчества, поучаствовать в съемках фильма и побывать на сальсо-вечеринке.